Всем привет! С вами я, Туди Утконосных, и сегодня я покажу вам, как слепить гусеничку из пластилина. Итак, лепим тело гусенички. Скатываем из зеленого пластилина несколько зеленых шариков. Каждый шарик должен быть меньше предыдущего. Вот так. Теперь берем зубочистку и с помощью нее скрепляем шарики. Вот так. Теперь делаем глазки. Вот такая вот гусеничка у меня получилась. Ставь лайк и подписывайся на канал, и помни, утконосных знает как. Слепить гусеничку.